Давайте сначала большие коробки, там где подарки у нас. Это вот та коробка большая. Аккуратно, техника, ее наверх. Да. А вот это сладкие подарки туда. В штабе мы вместе готовимся к загрузке. Здесь, как у конвейера, волонтеры следят, чтобы все было оперативно и без повреждений. Дмитрий – волонтер уже 3 года. На протяжении уже года принимаю активное участие в деятельности штаба. Нужно постоянно большое количество людей, так как многие районы, многие люди привозят гуманитарную помощь. Мы эту помощь собираем и уже отправляем нашим ребятам, которые нуждаются. На этот раз груз особенный. Из всех районов Брянской области в Луганскую Брянку отправляют игрушки ручной работы для новогодней елки. Вот колокольчики из Суземского района. Домик белки отправляют из Комаричей. А этого необычного Деда Мороза сделала 11-летняя Варвара из Клинцов. Впереди у нас самый волшебный, самый добрый семейный праздник Новый год. И мы передаем сладкие подарки детям, потому что Новый год всегда ассоциируется с приходом Деда Мороза, с елкой, со сладкими новогодними подарками. А еще под Новый год в Брянку едет коробка с фотоаппаратом и всем необходимым для журналистов оборудованием. Все это подарок газеты «Деснянская правда» коллегам в редакцию «Труд Горняка». Армен Марукян, Дмитрий Газин, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.